Паримач және Намат жеңіске қуатталған. В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Нельзя, они сегодня приехали нас поддержать, нельзя так играть. Ну а по игре вышли плохое начало, 2-0, потом в большинстве пропустили одно, отыграли. Вышли на второй период, начали давить, вроде атаковать, но не забили. И в обратку две пропустили. Ну, в принципе, вот и все, будем настраиваться на завтра. Да, игра получилась в нашу сторону. Мы бросали, залетало. Сегодня нам повезло больше. Как и всегда, биться, побеждать. Паримач және Намат жеңіске қуатталған.